Всем привет, всем Сасадыч. Мы сегодня вышли, не удержался я, вышел на поиски грибов. Почему? Потому что вчера почитал много в интернете про них. Вот, оказывается, они помогают при глаукоме, при помутнении хрусталика, восстанавливать зрение и грибы. Вот. Конечно, надо там уметь обрабатывать, но сложно, там ничего нету. Я, может быть, под видео напишу, как их обрабатывать. Вот. Посмотрел я, где они растут. Сосновых лесов, конечно, нету. А вот сейчас по какому лесу я иду, он такой смешанный. Вот здесь как раз возможно. Сырое место. И осинник, березник. Вот какая-то. Мы уже немножко набрали. Полазили немножко, вот вышли из этого леса мы. И прям вот на краю опушки, пожалуйста. Вот спрятался, видите? Маленький, такой хорошенький спрятался. Вот я его подрежу сейчас. И положу. И вот большой спрятался. Его приходится откапывать. Здесь даже два сросшихся вместе. О, большой какой. Хорошенький. Отмочим потом. Вот попрятались. Прям вот на тропинке попадаются. Ну да, его не было здесь вчера еще. Поэтому я говорю, что сейчас в том месте, где мы вчера рвали, и сейчас опять целая куча вылезет, наверное. А мы вчера всех подряд и маленьких, и больших нарвали. Вот. Но вот эти вот большие, они отвариваются не меньше, чем два раза отвариваются. А вот те маленькие отвариваются один раз, 15 минут отварили, и все. В лесу хорошо сейчас. Птички поют, кукушки кукуют. Грибочки. Такие любят прятаться очень сильно. Вот мы сейчас набрали уже полкорзинки канонических. Вот. И они будут спрятаны. Заметили только по одному, который слишком сильно вырос. Поднял листву. Вот мы по нему и заметили. А так было практически незаметно. Тут мы вчера нашли первый гриб. Вот такой другой гриб стоит. Вот тут вчера, да, мы с тобой лазили, нет? Да, где-то. Вон они. Да, вот они. Вон они повылазили уже. Давай, вот тут с тобой еще в лес углубимся. Углубь зайдем здесь. Они растут такими, как мухоморы, растут пятнами такими. Теперь у них такая грибница специфическая. На 5 километров уходит она в округе. А тут я больше особо не вижу в этом месте, да? Вчера мы содрали. Они выходят одним этим, вот надо сказать, что
Ну что, давай здесь покрутимся. Там много валежника. Ну, тут пойдем в валежники. Посмотрим там. Ты снимаешь? Вот такой грибочек растет. Снимай. Ага, все, мы его режем. И вот грибочек растет. Вот. Здесь дырка, как бы не самый рай. Сейчас мы здесь покрутимся еще. И пособираем. Вижу. Пока вот в такой непролазной чаще лазили, вот, нашли, ну вот такую корзинку мы набрали, и я прям зашел и вот увидел по кругу, видите, стоят, вот грибочек стоит, вот стоит. Вот большое, вот прям тропинка стоит. И вот тропинка из грибочков вокруг дерева. И вон еще есть. Так что мы пока здесь пройдем. Так, вот шатались мы в полюсе и нашли вот такую вот змейку. Только я тебя прошу, не трожь животное. Не буду я трогать, я просто поснимаю. Вот она побежала, о, черненькая, да. Так что сейчас нарвем. Вот такое количество грибков мы уже насобирали. Здесь примерно килограмм 7. Вот, а вон еще какой здоровый. Где-то оставлю, чтобы здесь не теряться. Пойду вон тут посмотрю грибок. Огромный такой, примерно полкило весом, и тут два. Раз тут. Вот два. Вон получается три. А вон там получается 4-5. Вот. Сейчас нарвем грибочков.